Здрасте. Недавно Настенька Волочкова рассказала, что состоятельный поклонник сделал ей предложение руки и сердца. Смелый шаг стал абсолютной неожиданностью для звезды. Она немножечко охуешки, поэтому она не стала спешить с решением. Она думала, ну мало ли, парень проспится, он передумает, да. В одном из последних интервью балерина раскрыла некоторые детали предполагаемого торжества. Простите, я заикаюсь, я просто вчера пила много. А сначала Настя сказала... Для себя уже все решила я. Я вам обещаю только одно. Моя свадьба будет не хуже, чем предыдущая. Тогда я меняла платье 7 раз. Теперь увеличу количество вдвое, потому что у меня широкие плечи. А Настенька не афиширует отношения с предполагаемым женихом, объясняя, что ее поклонник является обеспеченным и непубличным человеком. Ради того, чтобы сделать предложение Волочковой, мужчина приехал в Крым. Крым наш, имейте в виду, да. Где балерина дала несколько благотворительных концертов. Сейчас звезда отдыхает в Греции. О, блядь, как уж шпагат, чуть испугалась. Она не выкладывает совместные фотографии предполагаемым женихом, потому что он на шпагат не умеет садиться. Но практически под каждым снимком рассказывает о том, что она счастлива. Поклонники уверены, что сердце звезды не свободно, а и она действительно собирается замуж. Вот ты что, тупая, что ли? Я не пойму. Балерина отметила, что ажиотаж вокруг возможной свадьбы кажется ей удивительным. По словам Анастасии, она часто оказывается в центре мужского внимания. Ну еще бы, такие ножки. Что удивительного в том, что мне предложили руку и сердце? Что такого? Мне постоянно поступают такие предложения. Час 100 рублей. Я красивая женщина, широкоплечие, нравлюсь мужчинам, но в данном случае все серьезно у меня. Этот человек занял важное место в моей жизни, да. Вот ты что, тупая, что ли? Я не пойму. Волочкова действительно купается в мужском внимании, ведь она регулярно делится фотографиями дорогих вещей, которые ей преподносят ее поклонники. Самым же любимым презентом звезды по праву считается белый Майбах, который ей подарили год назад. В интервью, значит, «Желтой газетке» Анастасия рассказала, что пока медлит с ответом своему избраннику, ведь она поглощена благотворительной деятельностью и работой. После короткого отпуска в Греции балерина собирается вернуться на сцену с новым выступлением. А вот и все, как бы, да, новость нереально крутая, мощная, скоро мы будем бухать на очередной свадьбе. Вот, и это, что я хотел сказать, с башки вылетел. Да, дизлайки ставьте, лайки, немножечко лайки, больше дизлайков, конечно. Комментушечки, как бы, тоже не это, подписочка, очень мне приятно будет подписочка от вас. И до новых радостных встреч. А сейчас я прям сяду на шпагат. Хопа!